Елена, поздравляем вас с победой. Насколько непросто было играть сегодня? Стало чуть жарче по сравнению с тем, что был ветер вчера в тех условиях, в которых вы тренировались? Да, на самом деле условия отличаются от тех, что были до самого турнира, основной сетки, но... Вы знаете, я старалась об этом не думать. У меня была очень непростая соперница, очень разнообразная, скажем так, играющая не похожий теннис на остальных девушек, поэтому было очень нервозно, особенно в начале матча. Я очень рада, что смогла победить в двух сетах. Вы очень тепло обнялись с Онсу сетки. Вы ее давно знаете? Какие у вас отношения? Да, Онса, она прекрасная девчонка, и мы с ней хорошо общаемся. И вне корта, и даже не важно, что мы сегодня играли друг против друга, и это был очень важный матч. Мы по-прежнему оставались людьми на корте, что очень важно в наше время. Лен, с какими настроениями и с какой физической готовностью вы подходите к этому сезону? Что, в принципе, ждете от себя? Я очень довольна тем, как провела предсезонную подготовку. Немного получила небольшую травму в Сиднее за неделю до самого Мельбурна. И немного, если честно, переживала. Но вот эта неделя у меня была как раз для того, чтобы восстановиться. И надеюсь, что от матча к матчу буду прибавлять. Чувствую себя хорошо. Команда прекрасная, поэтому очень рада выходу во второй круг. Спасибо большое. Успехов в дальнейшем. Спасибо.